В Западно-Казахстанской области, которая сейчас переживает масштабный паводок, школьные кабинеты оборудуют прямо в эвакуационных пунктах. Отменять уроки полностью, несмотря на стихийные бедствия, не стали. Но всех школьников и студентов колледжей перевели на онлайн-обучение. Всего в области в 13 эвакопунктах находится почти 1000 детей. Для школьников выделили отдельные кабинеты, завезли туда ноутбуки, наладили доступ в интернет. Для малышей открыли мини-центры. За каждым таким пунктом закрепили работника из отдела образования и учителей из ближайших школ. С детьми также работают психологи. В городском отделе образования отметили, что дистанционное обучение не отменят как минимум до конца этой недели. Наши учителя, это за которые закреплены этим пункт, они проводят с ними занятия. Они ученики первую смену, вторую смену приходят на этот кабинет и участвуют, посещают онлайн занятия и выполняют свои домашние задания.